Для того, чтобы как птица Феникс России возродиться из пепла, в котором она сейчас находится, после экономического коллапса, вызванной любимыми банками, необходимо нам информацию иметь. И что еще? И делать выводы. Так вот, чудо экономического ждать не стоит. Дело в том, что Россия вместе со своими Роснефтью и всеми другими нефтедобывающими компаниями находится не на первом, не на втором и даже не на 20-м месте. Первое место делит наш непримиримый враг – американо-саудовская компания «Шеврон». А дальше идет рефайнери. Так вот, в слове «рефайнери» России вообще нету, то есть переработки в дальнейшем нефти. Кто занимается переработкой нефти? Те же самые американцы, тоже «Шеврон», тоже «Тексако». Но почему мы не видим рекламы? А потому что нам всегда необходим образ врага. Но образ врага мы развенчаем. Покажем вам недорогие масла от «Шеврона», от «Эгип», от «Петроканады». Кстати, «Петроканада» – вот очень интересные масла, потому что именно, пожалуй, единственная страна, которая располагает теми же примерно климатическими условиями, как и Россия. И где вы эти масла можете поменять? Вы можете поменять здесь, на улице Советская, пересечении улицы Советская и улицы Дружба, в сервисе «Феникс». Да все это правда, как и правда то, что в городе нет ни одного автомеханика и электрика, который на «ты» с любым авто. Правда и то, что ни один новый автомобиль, продаваемый в городе, не доживет до 15-летнего рубежа. Поэтому будущее за узкой специализацией и опытными руками. Естественно, желательно, чтобы все делалось быстро, качественно и недорого. О-о-о, золотые правила, прочувствованные в период хронического безденежья? Пожалуй, да. Кстати, реально экономят и правильно делают жители тех самых Соединенных Штатов и продвинутой Японии. Синтетика льется в экстремально нагруженные движки, и погодой в том числе. А сказки про юную, взрослую и пенсионную жизнь авто – всего лишь рекламный трюк. Масло, выбираемое по карману, масло, которое можно и нужно менять чаще. Масло качественное. И место, где левака не нальют. И это сервис «Феникс». Ну а найти его просто. Советская 70, здание Горгаза, заезжаем во двор, шлагбаум вам свободно откроют и меняем масла, фильтра, колодки, резину. Раньше это называлось краткосрочным ремонтом, бытность двух СТО. Сегодня это центр по экспресс-замене рабочих жидкостей и расходников «Феникс». Время экономить заставило, так скажем, стоянки сдуться. Машины ставить на улицах. Но стоит ли экономить на замене самого важного масла в двигателе вашего автомобиля? Ну, экономить, конечно же, не стоит. Хотя у нас представлена линейка масел любой категории, начиная от «Лукойла», кончая «Бридж Петролиум». Поэтому здесь любой человек, который заедет, может масло поменять, хоть дешевое, хоть дорогое. А стоит ли ему в очередь на сервисный центр приезжать для того, чтобы провести плановое ТО? Ну, в сервисном центре, допустим, возьмут от 6 тысяч и выше. У нас та же самая процедура обходится. Ну, скажем так, если вот лить очень хорошее масло, ну, 2500. А если мы возьмем бюджетные масла, допустим, «Шеврон», допустим, «Петроканада», может быть, «Лукойл» неплохой можно налить? Ну, скажем так, по «Шеврону», «Петроканаде» цена в среднем выходит рублей 700-800 замены. Это промывка, масло, фильтр масляный, иногда и воздушный даже за эту сумму хватает. По «Лукойлу» я скажу, что это где-то приблизительно машина обходится рублей 400-450. То есть летом ездим и проблем не возникает у нас. А можно ли колодки поменять? А можно ли, ну так, немножко посмотреть, что-то там где-то подстукивает, что-то, ну, продиагностировать, легкую диагностику провести? Ну, диагностировать мы вполне можем. Там ходовую протянуть, это все реально. Колодки практически в наличии все есть. Если даже нету здесь, 15 минут их привести недолго. А фильтра? Фильтра, масляные, воздушные, салонные, всегда все в наличии.